Привет! Привет! У нас сегодня выпуск с Hello Kitty. Влад, покажи свои Hello Kitty. Вот такая Hello Kitty. Да, а большую? Большая. Маленькая, большая. Еще к Владу прилетел целый самолет Hello Kitty. Сейчас мы ближе посмотрим на самолетик. Вот какие Hello Kitty у нас разные. Одну уже Влад забрал пилота. Кто? Покажи. Ой, оранжевая какая-то. Покажи, Владик. Поставь, я посмотрю ближе. Ой, какая красивая, Владик, пока. Вот такая вот Hello Kitty нам попалась. Вот так получилось у нас. Влад еще поставил свою Hello Kitty. Мы всегда не можем дождаться. И один киндер распаковываем раньше. Самая интересная процедура. Ура! Влад, тебе сегодня везет. Ты рад? Нам попалась еще другая Hello Kitty. Влад, поставь ее, я посмотрю. Ой, красивая. Вот такая вот. Сейчас. Влад, как тебе кошечки? Ты рад? Так, вот такие вот у нас кошечки собрались. Давай, Влад. Открывай еще. Давай, нам еще нужна кошечка. Да? А как кошечки говорят? Да, мяу! Скажи еще мяу. Что там у нас? Обычное. Обычное. Ничего, здесь тоже прикольные животные бывают. А мы пока еще раз покажем всех Hello Kitty. Влад, скажи мяу. Что нам попалось? Вот такая вот пони. Как она делает? Да, она пришла в гости к Китти. Вот такие нам сегодня попались игрушки. У нас три Hello Kitty и пони. Влад, тебе понравилось? Говори пока-пока, махай, улыбаемся. А воздушный поцелуй? Не хочешь? Сделай воздушный. Нет, Влад сегодня не делает воздушный. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте Владику лайк. Да, это уточка там есть, и Влада говорит кря-кря. Мы решили еще посмотреть, как Влад играется. Да, бабушка говорит не ломай. Ну, а как это, бумажку и не ломай. Ну, бабушка. Да, лошадка. Ну все, Влад, теперь точно макай, пока-пока. Все.